вопросом мы ввели должность в реестре муниципальных служащих. Вторым вопросом мы устанавливаем размер должностного оклада данной возведенной должности. Понятно. Коллеги, вопросы есть? Рекомендовать Совету депутатов принять данный проект решения. Мы выносим вопрос об утверждении мер социальной поддержки по проезду отраслей на территории муниципального образования на 2016 год. Первым пунктом мы устанавливаем размер платы за проезд категории. Также мы устанавливаем категории, льготные категории, которые будут пользоваться льготным проездом в 2016 году. Вторым пунктом мы устанавливаем механизм взаимодействия с учреждениями, заинтересованными в предоставлении льгот. Третьим пунктом мы устанавливаем расходное обязательство муниципального образования по реализации расходов по проезду в автотранспорте. Информация у меня поступила только вчера, возможно, она сырая, я могу ошибиться, но по большевистскому поселению в Заханье 1 мая ходит школьный автобус, но, как мне сказали, что ломается часто. Просьба такая, можно ли оставить проездные билеты все-таки вот детям, которые проживают в Заханье и в 1 мая, так как школьный автобус часто выходит из строя. Что за информация? В администрации нет такой информации? Вчера был у нас в большевистском поселении совет депутатов Людмила Константиновна Морозова, депутат по этому округу в Заханье 1 мая. Она доложила такую ситуацию. Это в рабочем порядке. Удовлетворены, да? Что в рабочем порядке этот вопрос... Сегодня же мы разберемся. Депутатов принять данный проект решения. Пожалуйста. Мы поддерживаем. 18 за, против 1, воздержался 0. Спасибо, решение принято. Рекомендую советом принять данный проект решения. Полномочия в сфере градостроительной деятельности и функции по исполнению 16 год на территории сельских поселений сельского муниципального района. Докладчик Воловой Ольга Захаровна, председатель комитета архитектуры, градостроительства администрации Магнитогорского района. Уважаемые депутаты, с 2010 года администрация Кингисеппский муниципальный район устанавливает расходные обязательства по исполнению полномочий в сфере градостроительной деятельности и функций по их исполнению. Основной задачей которых является финансовое обеспечение расходных обязательств, возникших на основании переданных полномочий. Полномочия в сфере градостроительной деятельности и функции по их исполнению передавались администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный район на основании соглашений о передаче части полномочий и установлении расходных обязательств в сфере градостроительной деятельности. По этому вопросу комиссия рекомендует Совету депутатов принять данный проект решения. 19 за, против нет, решение. Спасибо. На исполнение полномочий в сфере муниципального контроля на территории городских и сельских поселений. В целях оптимизации и организации муниципального личного контроля на территории муниципальных районов рекомендовано было объединить данные усилия путем передачи полномочий в сельских поселений на второй уровень района. У нас вчера состоялось заседание Совета депутатов, мы тоже по данному вопросу передали полномочия на уровень района. Данный проект решения с теми же изменениями, которые были озвучены до этого, и в том числе с включением в список муниципальных образований Кошеловского сельского поселения. 19 за, против нет. Представленный проект предлагается принять полномочия от внешнего муниципального финансового контроля на 2016 год следующих сельских поселений. Кутюркинское, Полилеевское, Полевское, Нежинское сельские поселения. Представленный проект предлагается принять указанное полномочия от Вестинского сельского поселения с 1 ноября 2016 года по 10 сентября 2019 года. Указанное полномочия от Нежинского сельского поселения с 1 ноября 2016 года по 31 декабря 2018 года. Рекомендовать Совету депутатов принять данный проект решения. Такие полномочия установления расходного обязательства Кингисеппский муниципальный район по исполнению полномочий сельских поселений в порядке установления проектов и исполнения бюджета на 2016 год. Информация Корнеева Надежда Семеновна, председатель комитета финансов администрации Кингисеппский муниципальный район. Пожалуйста, Надежда Семеновна. Решение о принятии полномочий по установлению расходных обязательств муниципального района Кингисеппского муниципального района
рекомендовать Совету депутатов принять данный проект решения. Пожалуйста, начнем. Уважаемые депутаты, проект бюджета в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации был представлен на ваше рассмотрение 12 ноября 2015 года и в контрольно-счетную палату. Проект бюджета был размещен на официальном сайте в сети интернет-администрации, также напечатан в газете «Восточный берег». Публичные слушания проведены по проекту бюджета 7 декабря, и протокол также размещен на официальном сайте. Непосредственно по проекту бюджета. За последние годы мы впервые бюджет формировали бездефицитный, с профицитом, в целях погашения кредитов банков и кредитов бюджетных. Основные параметры бюджета сформированы на 2016 год. Доходы в план составлены в размере 1 577 миллиона рублей, расходы 1 659 400 миллиона, профицит в 2016 году запланирован в размере 17 800 миллионов рублей. В доходах основными источниками у нас являются налоговые платежи. В следующем году они составят 506,2 миллиона рублей, 78% налоговых платежей. Налоги, из них самые крупные, это налоговые доходы физических лиц, составят 394 миллиона рублей. Расчетная сумма дотации муниципальному району из бюджета Ленинградской области составляет 105,3 миллиона рублей. И она заменена областным законом о бюджете дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы физических лиц в размере 5,64%. И также учтена в объеме поступлений данного налога. Безвозмездные поступления в первоначальном бюджете учтены в сумме 927 миллионов рублей. Это целевые субсидии и субвенции на исполнение государственных полномочий. Приоритетными направлениями расходной части бюджета у нас, как и прежде, остаются расходы на социальную и культурную сферу. На образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1 миллиард 199 миллионов рублей. Рекомендовать Совету депутатов принять данный проект решения с предложениями администрации Мокин-Гисепский муниципальный район. Перераспределению расходной части проекта бюджета Мокин-Гисепский муниципальный район на 16 год. Дмитрий Анатольевич, пожалуйста. Комиссия рекомендует Совету депутатов принять данный проект решения. Постоянная депутатская комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендует принять данный проект бюджета. Комиссия рекомендует принять данный проект бюджета. Рассмотрение проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 году, который счетная палата рекомендует представленный проект. Принять. В принципе, проект бюджета на 2016 год и на практике было решено единогласно поддержать решение о принятии бюджета на 2016 год, плана на период 2016 года, поддержать принятие проекта бюджета. Депутаты, председатели комиссии, уважаемый Виктор Эвальдович, уважаемые заместители главы администрации, главы администрации поселений, позвольте вас поздравить с принятием бюджета 2016 года. Вам отдельное огромное спасибо от всего депутатского корпуса и от городского, и от районного, вам лично и вашему структурному подразделению. Вам пришлось вытерпеть столько всего. Как говорится, пресса сейчас посмотрела, что как бы гладенько. А вот если бы они могли присутствовать на тех комиссиях, которые проходили, то есть бюджет действительно выстрадан, и бюджет принят с учетом интересов граждан города Кингисепп и Кингисеппского района. Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие в зале, вашему вниманию представлен проект решения об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов муниципального образования Кингисеппский муниципальный район на 2016 год. Согласно приложению, перспективный план включает в себя в среднем от 2 до 8 вопросов на каждое заседание Совета депутатов. Конечно, они будут дополняться. Рекомендовать Совету депутатов принять данный проект решения. Кингисеппский муниципальный район обратился в Волховский муниципальный район, Совет депутатов, с просьбой поддержать их обращение в адрес губернатора Ленинградской области и законодательного собрания Ленинградской области в административных правонарушениях, внесенных губернатором законодательного собрания Ленинградской области 28 апреля 2015 года, которым предлагается упразднение всех административных комиссий муниципальных образований и передача полномочий по рассмотрению дела об административных правонарушениях мировым судьям. Данным законопроектом
который вынесен на рассмотрение. На основании произведенного анализ был сделан обоснованно, как полагается. И на основании анализа за 9 месяцев 2015 года административными комиссиями Ленинградской области в общей сложности рассмотрено 4426 протоколов об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения протоколов вынесено 4388 постановлений. Из них 369 предупреждений, 450 постановлений о прекращении производства по делу, 3444 постановления о назначении административных штрафов на общую сумму около 7 миллионов рублей. При этом общая сумма взысканных штрафов составляет около 2 миллионов рублей. Аналогичные показатели были произведены в 2014 году. Так, общая сумма назначенных штрафов составляет около 10 миллионов рублей, а общая сумма взысканных штрафов около 4 миллионов рублей. На этом основании сделан вывод, что взыскание произведено менее половины от общей суммы назначенных административными комиссиями штрафов. И наказание, назначаемое административными комиссиями в виде административных штрафов, в большинстве случаев выполняет функции профилактики правонарушений. Поскольку прямое действие принципа неотвратимости наказания в рассматриваемых случаях ничем не обеспечивается. Законопроектом предлагается оставить за органом местного самоуправления переданные им отдельные государственные полномочия Ленинградской области по составлению протоколов об административных правонарушениях и определению перечня должностных лиц, уполномоченных на их составление, но при этом упразднить административные комиссии, сформированные в муниципальных образованиях. Принять данный проект решения с этими дополнениями и предложениями.